Ассаламу алейкум. Сейчас, слава богу, вышел Макс Букаев на свободу. Но чувство непонятное, потому что, получается, ему дали 8 лет. 5 лет он отсидел, вышел на свободу. Как бы досрочно. Но в то же время ему добавляют 3 года ограничения свободы. Поэтому это такое смешанное чувство. Главное, что он на свободе сейчас. Пусть пока ограниченная свобода, но на свободе. Находится с родственниками, находится с друзьями, с детьми, с племянниками, с сестрами, с родителями. Может их обнять, понюхать их. Очень долгий срок. Столько же, сколько я лет нахожусь в эмиграции. И когда я убегал в ДВД Алматы, меня допрашивали как свидетеля, который имеет право на защиту именно по этому же делу. Оказывается, я проходил по их делу. Вот. Это тоже грозило мне перейти быстренько в категорию обвиняемых. Это тоже было одной из причин, почему я убежал из Казахстана. И вот то, что Макс получил ограничение свободы 5 лет, еще 3 года к этим 5 годам, абсолютно незаконное решение суда, абсолютно незаконный, получается, дополнительный приговор, вообще ни в какие ворота не лезет. Ему могли давать ограничение свободы только лишь в той части, в которой ему оставалось до полных 5 лет. А это буквально там 1-2 месяца. Там несколько, ну, пару месяцев. Его когда арестовали? В апреле, в мае, да? Вот до мая месяца у него могло быть ограничение свободы. Это по закону. Но такого мы не видим. Это беспредел. Давать ему вместо 3-4 месяцев давать 3 года. И вот это чувство горечи. Что там он успел прочитать, это вот там на дебатах нельзя участвовать, в конференциях, на выборах и так далее, на съездах и так далее. Но я надеюсь, ему можно давать интервью. Если ему интервью можно давать, что там ему нужно по социальным сетям, тоже надо точно узнать. Хотелось бы увидеть его самого на нашем канале, поговорить с ним вживую, пусть не обнимаясь, но хотя бы элементарно поговорить. В этом плане вживую онлайн. Надеюсь, это получится, надеюсь, это будет скоро, и надеюсь, это будет часто. Мы с ним будем выходить, если надо, и каждую неделю, и каждый месяц. Ему получается выезжать по условиям, которые ограничения свободы были у меня. Аналогично, видимо, ему тоже запрещено в дневное время посещать и любые кафе, любые, получается, места массового скопления народа. Это получается даже в парк ему выйти нельзя. Ему нельзя, получается, и, видимо, и в кинотеатр, что ли, пойти нельзя. Вот это странное. Нельзя участвовать в никаких митингах, пикетах. Это понятно, все, что связано с политикой. Но также ему нельзя, мне, допустим, было запрещено выходить в любые кафе. Даже чашку чая я попил с друзьями, и мне влепили взыскание. Вот в этом отношении очень тяжелая ситуация у него. Так, Куаныш Санжар пишет. Отсидел и борется дальше. Так, ну вот разница какая. Наверное, я сделал тоже правильный ход, потому что чем 5 лет сидеть с закрытым ртом, я все-таки что-то говорю и делаю. Так что в этом отношении тоже свои плюсы есть. Была бы у меня возможность, я бы, наверное, тоже оставался бы внутри страны, если бы я мог бы выступать на митингах и пикетах, в отличие от Коныша, который ничего не делает. Так, значит,
Что теперь по другому нашему политическому заключенному, по Арону Табеку? Арон Табек сейчас сидит в Павлодаре. Ему недавно исполнилось 68 лет. Он уже сидит 15 лет в тюрьме. Очень хотелось бы, чтобы он точно так же сейчас мог обнять всех своих детей, любимых людей, друзей на свободе, занялся своим здоровьем. И сейчас очень важно по Максу Бакаеву, по Арону Табеку, чтобы мы всем обществом скинулись с деньгами и помогли им со здоровьем. Государственное здравоохранение – это одно, а вот восстановить элементарно даже зубы, да, пройти где-то в частной клинике то, что не позволительно сделать в государственной поликлинике, это нужно обязательно. Это наш долг – заняться здоровьем Макса Бакаева, Арона Табека, всех других. Мухтар Джакишев, может быть, этот вопрос сам решает. У него и состояние большое, и друзья богатые. А вот Арону Табеку и Максу Бакаеву, наверное, кроме народа, пусть бедного народа, но вместе коллективная такая поддержка, наверное, поможет ему. В этом отношении нужно обязательно поддерживать. Ну и, конечно же, Макс Бакаев и, дай бог, завтра Арон Табек, когда выйдет на свободу, подробно расскажет о той ситуации, что у них там со здоровьем, что у них было в тюрьме, в колонии, как они это проходили, трудности, какие были сложности, что они могут сказать. Что и вообще им в рамках, вообще надо посмотреть, что им в рамках вот этого тупого дурацкого приговора, что им можно. И тогда в рамках этого, там, естественно, они, наверное, почти ему ничего не разрешают. По сути дела, государство накладывает ему кляп на рот, чтобы он вообще ничего не говорил и ни о чем не высказывался. Вот. Посмотрим, что там разрешено. Есть ли там какой-либо запрет на наличие аккаунта в социальных сетях, на высказывания, на посты и так далее. А так, конечно же, самое главное, Макс, я рад, что ты на свободе. Я рад, что ты с нами, с народом. Что главное сейчас рядом семья, друзья. И могут к тебе прийти люди. По ограничению свободы там еще такие запреты есть. Ему, видимо, нельзя будет выходить после, там, допустим, 10 часов, допустим, до 6 утра нельзя выходить даже в подъезд. Если в частном доме, то нельзя выходить за пределы забора. Это тоже такие запреты. А в дневное время нельзя выезжать в другой город. За пределы города, например, если он в Атырау, то нельзя за пределы Атырау выезжать. Для человека, который отсидел свои 5 лет, это какой-то, ну, тупизм и кошмар. Он, конечно же, большую пользу бы для народа бы принес бы, если бы элементарно просто проехался бы по всем городам. Народ бы скинулся бы, нашел бы деньги для того, чтобы просто помочь ему поездить по городу, по городам, по стране и за рубеж элементарно. Повстречаться с международными правозащитными организациями. И ему бы как раз можно было бы выступить в Европарламенте. Это было бы, конечно, несомненно. Но самое главное, что он сейчас пусть на ограниченной, пусть на свободе. Вот, Макс, мы ждем тебя. Выходи в эфиры, выходи по возможности. Все, что тебе разрешено, все используй на 200%. Еще один момент очень важный. То, что Макс, возможно, будет стараться игнорировать вообще все эти запреты и будет идти на обострение. Тоже такой риск есть. И сегодняшнее вот это его выступление тоже как-то. Хотя я тоже, в принципе, после тюрьмы выходил, сразу же выступил на митинге. А на следующий день на большом митинге после приезда в Алма-Ату выступал. И сразу же меня упаковали, сразу в РУВД привезли. Вынесли сразу взыскание.
Вот в этом отношении, конечно же, у Макса сейчас ситуация сложнее, потому что у меня дополнительно приговоры после первых двух приговоров, там 4 года, 4 месяца, не было дополнительного приговора с ограничением свободы. А вот после второго приговора, когда дали мне 3 года и 5 лет, там ситуация была уже другая, сложная. Поэтому я и решился уехать из Казахстана, чтобы продолжать свою политическую борьбу. Вот в этом плане Максу очень сложнее будет. Поэтому я бы хотел, чтобы друзья как бы остерегли его в этом плане, вести себя чуть-чуть сдержаннее. Хотя я думаю, властям будет очень сложно посадить Макса Бакаева, но пример с Навальным показывает, что у дураков, у диктаторов ограничений в этом плане очень мало. Они могут пойти на любой беспредел. Поэтому своих героев нам нужно защищать, оберегать и думать о их свободе. Сулай, давай, Макс, мы будем стараться помогать тебе во всем. Информационно и, самое главное, по медицине, по всем моментам, связанным с расходами на здоровье. Ребята, всем нам нужно помочь ему. Я предлагаю, чтобы вот на сестру Макса Бакаева можно было перекидывать деньги. Пожалуйста, пишите. Просто элементарно мы узнаем Макса Бакаева адрес, допустим, там, или счет, и давайте туда скидывать. Неважно, Макс хочет, не хочет, он скромный человек, он скажет: не надо, значит, я помощи не прошу. Но все равно попробуйте ему скидывать, и с пожеланиями, чтобы у него было крепкое здоровье, чтобы он прожил 150 лет жизни, и чтобы он активно все-таки участвовал в рамках того, что сейчас ему пока разрешено, пусть участвует в жизни народа. Он, самое главное, находится рядом с народом. И для народа это, знаете, как предохранитель на телевизоре. Вот примерно то же самое. Он не даст упасть народу ниже планки плинтуса. В этом плане он будет таким, знаете, моральным авторитетом. Макс, давай. Рахмет аган.